все украсили. О, добрый вечер, ой, ребята! Привет! С наступающим вас Новым годом! Да-да-да! Через пару часиков начнется или уже будет Новый год! Да. А Дедушки Мороза все нет и нет. Да, мы уже и письмочки написали. Ребята, к вам приходил Дед Мороз? Приходил. А к нам еще нет. Не приходил, ну так его же... Ёлочку украсили. И яблоко же украсили. Да, письмо написали. Хорошо себя вели. Карпуса, ты хорошо себя вела. Написала письмо? Да, написала. Написала. Да, все рвется, это Карпуса. Эй, открывайте скорей двери. Метелью дружен я, со снежной зимой, снега, мои друзья, и ветер ледяной. Укутайтесь теплей и берегите нос, встречайте у дверей, подарки я принес. Ой, Дедушка Мороз, здравствуйте! Мы тебя так рады! Здравствуйте! Мы так давно ждали вас! Молодцы, я смотрю, к Новому году подготовились. Да, Дедушка Мороз. Ёлочку красавицы нарядили. Интересно, а наши ребятишки ёлочку украсили к Новому году? Я думаю, Дедушка Мороз обязательно украсили. Молодцы. Мы вот с Зориком тоже старались. Да. Украсали сайками, игрушками. Да. Понятно. Интересно, а готовились ли вы к нашему приходу? Учили стишки, а может, фокусы интересные? Да! Надо поиграть. Обязательно с Леликом и Шуриком и проверить, как они подготовились к нашему приходу. Да. Ну, давай мы сейчас волшебный посох передадим. На том посох наш остановится, тот и порадует дедушку с Снегурочкой. Договорились, Лелик и Жорик? Договорились! Волшебный посох покатаем, кто к Новому году готовился, узнаем. Раз, два, три, четыре, пять. Тебе, Лелик? А, тебе, Жорик, Дед Мороза. Поздравляю тебя, давай. Конечно, ну ты посох можешь мне отдать. Давай. Хорошо. Ну? Все, я буду стишок рассказывать. Давай. Интересно. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мороз стишком укутывал, смотри, не засыпай. Хорошо, продолжаем нашу волшебную игру. Волшебный посох покатаем, кто к Новому году готовился, узнаем. Раз, два, три, четыре, пять. Тебе, Лёлик, тоже сюрприз показывать, так что давай. Да. А давай я покажу. Фокус! Фокус, да! Интересно, ребята! Тяж, покажу! Пошел готовить! Интересно, какой же Лёлик? Вот, на ниточка есть такая! Сейчас мы давайте все вместе скажем! Раз, два, три, волшебная палочка появилась! Вместе с ребятами? Да, да! Обязательно все вместе! Три, четыре! Раз, два, три, волшебная палочка появились! Здорово! Ну, Снегурочка, я смотрю, наши ребята, Лёлик и Жорик, к Новому году подготовились. Да. А вы, ребята, подготовились к Новому году? Я думаю, дедушка, подготовились. Но прежде, чем мы с вами отправимся спать, я предлагаю пройти на зимнюю прогулку. Я с удовольствием! Я думаю, ребята нам тоже помогут. Повторяйте, пожалуйста, движение за нами. Пришла матушка зима, все метелью замела. По сугробам мы идем, в лес дремучий напролом. Вот синичек увидали, и мы ручкой помахали. Прилетели к нам снежинки, эти легкие пушинки с нами вместе закружились. С нами вместе в пляс спустились. Ёлочку мы увидали. Где наша ёлочка? И ура! Ей закричали. Ура! И все вместе всем народом громко скажем: с Новым годом! Так здорово! Так здорово! Дедушка Мороз, Снегурочка! Смотрите, как ёлочка-то наша засверкала. Да. Радовали мы наших красавиц. Да. Дед
Дедушка Мороз, а дедушка... я думаю, стоит подарить Лёлику и Жорику подарки. Да, да, да. Они себя целый год хорошо вели. Да, да. Слушались маму и папу и кушали хорошо. Правда? Да, да. Мы одни каши есть. Конечно, да. Идите за подарочками. Хорошо. Нашими волшебными. Ребята, а вы, родители, слушаете? Молодцы. И не забывайте, волшебная новогодняя ночь очень таинственная. Обязательно загадывайте желания. Ну, а я, как Дед Мороз, буду их исполнять. Договорились? Ну, внученька? Дедушка Мороз. Вот наш подарок. Целый год хорошо играл, был молодцом, радовал детишек. Поэтому этот подарок тебе с Новым годом. Спасибо, дедушка Мороз! А этот подарок тебе. Мы с Дедушкой Морозом за тобой очень внимательно целый год наблюдали. Возьми, пожалуйста, с праздником. Дедушка Мороз, подарки, подарки, ура! Дедушка Мороз, так как ночь сегодня у нас самая волшебная, сегодня исполняются все самые заветные желания. У нас будет к вам маленькая просьба. Не открывайте ваши подарочки сегодня, откройте их с утра, для того, чтобы у вас был настоящий новогодний сюрприз. Хорошо. Нет, вы хорошо, хорошо. Ребята, мы с вами тоже договорились, правда? Да, ребята, хорошо, хорошо. Ой, большое вам спасибо, дедушка Мороз, Горочка. Обязательно верьте в чудеса. Ой, и не забывайте писать письма Деду Морозу в Беловежскую пущу. Ну, а мы всем ребятам желаем всего хорошего. Ну и, конечно же, с Новым годом! До свидания! До свидания! До свидания! До свидания, Лёлики, Жорик! Мы поспешим! Нас еще много ребят ждет! Спать. Да! Нет, сначала посмотреть мультик, а потом спать! Да! Да. Ребята! С наступающим вас Нового года! Да, да, да! Будем спать! Иди, папка! Да. Мультик, 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 мультик! Мультик, а потом спать!